все бандиты, я не строю глазки. Хаски, хаски, я сибирский хаски. Я бандит, я не строю глазки. Тот день начался со звонка домофона. Мы, как и полагается, подбежали к двери и стали завывать. Оказалось, что курьер принес нам посылку. Посылочки мы очень любим, поэтому сразу стали ее открывать. Опасия, это что такое? Что за коробочка? Понимаешь, сынуля, как известно, все хаски склонны к побегу. Просто мы очень умная порода, и какие-то там человеки нам не указ. Короче, мы гуляем где хотим. Вот иногда от этих человеков мы и убегаем. Ну и что, то, что лежит в этой коробке, поможет нам убежать? Наоборот, это поможет нас найти, если мы убежим. Короче, эту штуку я для тебя в интернете заказал. Если ты решишь от меня свалить, я тебя найду. Хе-хе-хе-хе. Средний человек, иди сюда, давай повесим эту штуку на мистера Бубла. Йоу, я теперь волк-киборг. Пап, а с помощью этой штуки я смогу лазерами из глаз стрелять? Бублик, ты балбес. Эта штука называется GPS-трекер. Повторяю, для особо одаренных. Это устройство поможет тебя найти, если ты убежишь. Тогда мне показалось, что Бублик был удовлетворен моим ответом. Он больше не задавал никаких вопросов и вел себя как обычно. Трекер ему не мешал, и мне показалось, что он вообще забыл о его существовании. Наш день продолжался, ничего не предвещало беды. Если бы я знал, о чем в тот момент думал Бублик. Умная порода, говорите? А сами называете меня балбесом? Никто меня не любит, никто мне не доверяет. Уйду я от вас, злые вы. Заодно и проверим, как быстро вы меня найдете. Бублик действительно растет умным, и в свои 3,5 месяца он уже умеет открывать дверь. И улучив момент, когда его никто не видел, он от нас убежал. Свобода! Ура! Наконец-то! Теперь я гордая и независимая личность. Что хочу, то и делаю. Могу ждать все, что валяется на улице, и никто мне ничего запрещать не будет. Пропажу Бублика мы обнаружили не сразу, и за это время он успел убежать далеко. Бандит Бублик, идите кушать. Бандит, а где Бублик? Когда выяснилось, что Бублика нет дома, человечка запаниковала и стала звонить в полицию. Алло, полиция, у нас пропал щенок Хаски, помогите. И в это время из школы вернулся встревоженный средний человек. Бандит, где Бублик? Мне пришло уведомление о том, что он вышел за пределы безопасной зоны. У трекера Tractive, как выяснилось, очень умное приложение. Есть версии для Android и iPhone. К одному приложению можно привязать несколько трекеров для всех ваших питомцев. Можно внести все данные, включая породу и кличку, и установить несколько безопасных зон с настраиваемым радиусом. Если питомец с трекером выйдет за пределы этой зоны, немедленно приходит уведомление. Первое, что мы сделали со средним человеком, посмотрели на компьютере, где сейчас находится трекер с Бубликом. Бандит, смотри, вот мы. Вот Бублик. Он сейчас в лесу. Если он выйдет в город, его могут украсть, или он может попасть под машину. Надо быстрее его искать. Пойдем. А если он трекер потеряет, как мы его найдем? Там надежное крепление. Я вот даже видео про него снял. Крепится на любой ошейник или шлейку и сидит там прочно. В это время Бублик пребывал в состоянии абсолютного счастья от того, что сбежал из дома, но его настроение быстро улетучилось, когда он понял, что проголодался и не может сам вернуться домой. Кушать хочется. Я был уверен, что из-под земли можно выкопать кучу всяких вкусняшек. Только я рою-рою, а ничего не нахожу. И пить хочется. Ладно, надо возвращаться, а то, наверное, там уже все волнуются за меня. Блин, а куда идти-то? Где мой дом? В какой стороне он находится? Неужели я заблудился? Я маленький щеночек, один в огромном лесу. Что мне делать, когда наступит ночь? Меня же могут сожрать дикие звери. Папа, папася, папулечка, ты где? Надеюсь, ты меня найдешь. А мы уже были в лесу. Точка на карте показывала местоположение Бублика в режиме реального времени. И со стороны, наверное, это выглядело как увлекательное соревнование по спортивному ориентированию на местности. Но в тот момент нам было совсем не до развлечений. А вдруг пойдет дождь или снег, трекер намокнет и перестанет работать. Тогда я еще не знал, что устройство Tractive высокая водонепроницаемость. В нем можно даже плавать, и с ним ничего не случится. И в темноте тоже его легко найти. Он во время работы светит белым светодиодом. Смотри, мы уже близко. Так, побежали скорее, ну чего ты ждешь? Бублик! 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 Скажи спасибо, что на тебе трекер висел, иначе искали бы тебя тут до посинения. Ты вон социальные сети почитай, то там убежал Хаски, то там. Папася, тогда и тебе надо
такой трекер заказать, а то вдруг ты на старости лет тоже убежать захочешь. Бублик, а не слишком ли ты рано начал шутки шутить? Отец, это я от избытка чувств. Я очень рад, что вы меня нашли. Итак, котята, давайте еще раз пробежимся по характеристикам этого устройства. Трекер Tractive легкий. Он не будет мешать кошкам и собакам во время их дневной активности. Отследить трекер можно в режиме реального времени с помощью мобильного устройства или на компьютере. Он позволяет легко найти вашего питомца в темноте. Как только ваш питомец выходит за пределы установленной зоны, вы немедленно получаете оповещение об этом. У трекера клевая и удобная зарядка в виде прищепки. Заряжается всего 2 часа, батарейка держит от 2 до 5 дней. Стоит это устройство 4990 рублей и работает по подписке. Базовый тариф 3499 рублей в год, премиальный 4199 рублей в год. То есть вам не надо покупать и вставлять туда симку, просто нужно выбрать нужный тариф. По премиум подписке вы получаете доступ к истории перемещения трекера за последние 24 часа, можете делиться местоположением, и он работает в 150 странах мира. Базовый тариф работает в одной стране на выбор. Трекер мы заказывали на сайте medgadgets.ru, у ребят есть доставка по России. Ссылочку я оставлю в описании, можете заглянуть и прочитать все подробности. Котята, спасибо вам за просмотр, и если вам не тяжело, поставьте лайк этому видео. Это для Бублика, поддержите его, ну чтобы он не думал, что его никто не любит и что он никому не нужен. Всем хотяча пока, скоро увидимся! Хаски, хаски, я сибирский хаски, я бандит, и я не строю глазки. Хаски, хаски, я сибирский хаски, я бандит, и я не строю глазки. Хаски, хаски, я сибирский хаски, я бандит, и я не строю глазки.